Каждому 10-му пациенту, который обращается за медицинской помощью, необходима консультация уролога. И почти у половины диагностируют мочекаменную болезнь. Открытые операции уже практически ушли в прошлое. Врачи используют дистанционные и малотравматичные вмешательства. А вечером у меня откуда ни возьмись, страшненные боли начались. И я не могла понять откуда, потом поняла, что бок. Бок и боли доводили до беспамятства. Вот честно, я чуть ли сознание не теряла. Скорую не могла сообразить, как вызвать. Нажала своим детям. Но они поняли, что со мной что-то случилось. В больнице, куда пациентку привезли по скорой, помогли провести обследование и снять болевой синдром. Камень был небольшой, находился в мочеточнике. Чтобы выполнить операцию максимально малотравматично, больную перевели в областную больницу. Новое оборудование отделения урологии позволяет не только быстрее и безболезненно удалять камни из почек, но и время госпитализации пациентов сокращается в 2 раза. До этого выполнялись перкутанные операции на почках. При этом использовался инструмент, диаметр которого примерно 1 сантиметр. Сейчас в нашем арсенале появилось оборудование, при помощи которого мы можем выполнять так называемые мини-перкутанные нефролитотрепсии. При этом разрез на коже пациента составляет примерно 5 миллиметров.